В аптеке республики продолжают поступать медикаменты, необходимые для борьбы с вирусными инфекциями. Ежедневно, согласно установленному графику, с центрального склада «Лугмедфарм» в аптечные пункты предприятия отправляется около 10 машин. Что сейчас востребовано для лечения вирусов? Репортаж Юлии Резниковой. Утро. Центральный склад «Лугмедфарма». Здесь уже вовсю кипит работа. Сразу несколько машин на загрузке. Сегодня в графике 28 аптечных точек предприятия. Это только по Луганску. Одна за одной коробки с противовирусными, жаропонижающими и противокашлевыми средствами отправляются в машину. Среди прочего – антисептики, маски, перчатки и препараты для разжижения крови. В борьбе с вирусами они стали более чем актуальны. Это далеко не полный перечень того, что сегодня окажется на полках луганских аптек. Мы собрали в один список и сгруппировали те препараты, которые сейчас все чаще стали назначать больным вирусными инфекциями. В этом списке самые важные лекарства – это жаропонижающие, противокашлевые, противовирусные препараты и витамины. Сейчас мы узнаем, насколько аптеки «Лугмедфарма» обеспечены ими. Здравствуйте. Вот у нас есть список препаратов, которые сейчас назначают больным вирусными инфекциями. Скажите, что из этого у вас есть? Здравствуйте. Эти антибиотики, жаропонижающие, противовирусные, есть в достаточном количестве. Подтверждение слов фармацевта на полках. Здесь есть все препараты, которые сейчас назначают пациентам. Их специально сгруппировали и разместили в прикасовой зоне. Вдобавок к уже имеющимся из центрального склада «Лугмедфарма» сюда привезли еще партию препаратов. Здесь говорят, если буквально несколько недель назад небольшой дефицит на ряд лекарств был, теперь они в переизбытке. Причин для ажиотажа и хаотичных покупок медикаментов нет. Последние две недели, можно сказать, завалили нас медикаментами. В достаточном количестве антибиотики, противовирусные. Конечно же, дефектура, она существовала всегда. И в период эпидемии, а также и не в эпидемию. Такие препараты, вот как фроксипарин сейчас, ксарелта. Но сейчас нам Российская Федерация дала аналог, он называется «Иниксиум». Разгрузка медикаментов, полученных сегодня утром, идет в еще одной аптеке «Лугмедфарма» номер 29. Сюда привезли партию аналогичных медикаментов и средств индивидуальной защиты. Наш список востребованных препаратов показываем и здесь. Этот списочек, в принципе, из более часто назначаемых на сегодняшний день препаратов. На сегодняшний день мы обеспечены практически всеми лекарственными средствами из этого списка. Те, которых нет в наличии, есть возможность предложить замену. Эти препараты, которые вы можете предложить на замену, они у вас есть в аптеке? Да, конечно, сейчас есть. С этим же списком отправляемся еще в одну аптеку «Лугмедфарма» номер 8. Но прежде чем пообщаться с персоналом, самостоятельно оцениваем ситуацию на полках. Часть препаратов видим сразу. Они здесь, как и в других аптеках предприятия, в прикасовой зоне. За более детальной информацией по наличию востребованных медикаментов обращаемся к провизору. Скажите, что из этого списка у вас есть? Ну, практически есть все из этого списка, что вы назвали. Есть и противовирусные, и симптоматические. Единственное, на данный момент из этого нет антигриппин «Анви». Его можно заменить «Анвимакс». Там входит тоже противовирусный компонент. Подведем итоги. В аптеках «Лугмедфарма» есть все эти препараты, которые сейчас востребованы среди больных вирусными инфекциями. Все в достаточном количестве. А в случае, если чего-то из вашего рецепта не окажется на аптечных полках, фармацевты и провизоры предложат аналоги. Они также есть. Юлия Резникова, Владислав Полянский, «Вести», Луганск, 24.